В начале апреля поселок Октябрьский превратился в информационный центр для местных аграриев. Там прошел форум «Пространственное развитие сельских территорий». Его круглые столы и семинары были посвящены здравоохранению, благоустройству и инвестициям. Форум стал кульминацией сельских сходов, которые недавно прошли во всех районах области. Проблем обсудили предостаточно, но Михаил Семенкин выделил самую острую – уровень жизни в селах родного края необходимо привести к общему знаменателю. Острый, скажем так, момент, который на сегодняшний день нас беспокоит – это дисбаланс среди муниципальных образований. Мы видим, как на сегодняшний день в определенных муниципальных образованиях практически в два раза есть показатели ниже, чем, например, в соседних муниципальных образованиях, либо сравнивать, допустим, южную зону с западной зоной, где есть определенное отставание как в экономическом и социальном аспекте. Сельские старосты приехали отстаивать права земляков на комфортную жизнь. Один из них – Алексей Малин, народный активист и директор школы в одном лице. Староста Краснополки Корсунского района обозначил главный плюс этого мероприятия. На форуме члены правительства и руководство Мельсельхоза могут напрямую узнать о проблеме и найти способы ее решения. Разумеется, староста рассказал о своих печалях первым лицам области. В некоторые участки населенного пункта газопровод провели туда, где уже жителей не осталось, а до некоторых жителей его не довели. И для того, чтобы вот исключить такие нюансы, мне кажется, вот такие форумы, они позволяют на короткой дистанции общаться с властью. После круглых столов настало время пленарного заседания. Губернатор Сергей Морозов напомнил о положительных переменах на селе, о построенных ФАПах и домах культуры, а также возрожденных детских садиках. Много хорошего произошло в 2018 году, однако остались и некоторые недоработки. Села газифицируются, но необходимо ускорить этот процесс. Не так давно руководство страны встречалось с руководством «Газпрома», где президентом была поставлена жесткая задача. Не больше 10 лет потратить на полную газификацию страны. С учетом того, что у нас с вами почти 70% территории газифицировано, мы должны резко увеличить объемы финансирования этого направления. Мы можем себе позволить в течение 5 лет завершить газификацию Ульяновской области. Пленарное заседание завершилось церемонией награждения. В этот раз чествовали победители в 6 номинациях. Сельский доктор, сельский учитель, сельский работник культуры, сельский тренер и работник агропромышленного комплекса. Лучших профессионалов глава региона наградил благодарственными письмами и памятными подарками. Виктория Чуркова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.